Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 9 на странице 77 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Сколько на каждом рисунке монет, сколько рублей? Смотрим на первый рисунок и считаем монеты. 1, 2, 3, 4. 4 монеты. Считаем количество рублей. 1 плюс 2 равно 3, 3 плюс 2 равно 5, и 5 плюс 5 равно 10. 10 рублей. Смотрим на второй рисунок, считаем монеты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 монет. Считаем, сколько рублей. 2 плюс 2 равно 4, плюс 2 равно 6, плюс 1 равно 7, плюс 1 равно 8, и 8 плюс 5 равно 13. 13 рублей. Считаем монеты. 1, 2, 3, 4. 4 монеты. Считаем рубли. 2 плюс 2 равно 4, 4 плюс 5 равно 9, и 9 плюс 5 равно 14. 14 рублей. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.